Продолжим знакомиться с атрибутами валидации в ASP.NET MVC фреймворке. Для случая, когда вы хотели бы, чтобы одно свойство, которое пользователь вводит, было таким же, как другое свойство, которое пользователь вводит. Например, когда у пользователя есть пароль и подтверждение пароля, вам понадобится атрибут, который называется compare. В качестве аргумента он принимает текстовое представление того свойства, с которым его нужно сравнивать. Например, для confirm password свойство будет называться password. Если пользователь ведет password и confirm password разными, тогда атрибут валидации, который висит на свойстве confirmPassword, поймет, что свойство password отличается от confirmPassword, и для свойства confirmPassword выведет ошибку. Посмотрим, как это работает. Введем в свойство password, в поле password введем значение 1, 2, 3. В confirm password введем 1, 2, 3, 4. Confirm password и password не совпадают. Введем одинаковые значения 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь все хорошо. Ругается только атрибут username.